20 марта 2013 года американский телеканал ABC опубликовал часть сенсационного интервью со вдовой 35-го президента США Джона Кеннеди Жаклин. Запись продолжительностью 8 часов была сделана спустя всего несколько недель после смерти главы государства и открывает совершенно новые детали самого загадочного убийства 20 века. Она сводилась к тому, что за этим событием стоят определенные силы, что Освальд – это инструмент, орудие заговора этих сил. Интервью было записано бывшим помощником Джона Кеннеди Артуром Шлезингером и содержало настолько сенсационные факты, что ЦРУ и Пентагон срочно изъяли пленку, пока ее информация не попала в печать. Воспоминания о том, что происходило в Белом доме во время Карибского кризиса 1962 года, как началась космическая программа США «Аполлон», характеристики всех ведущих политиков того времени и, самое главное, версия того, кто стоял за убийством ее мужа. Эта информация была признана угрожающей безопасности Соединенных Штатов и изъята. Но спецслужбы не знали, что запись велась на два магнитофона. Один был у Шлезингера, а второй у самой Жаклин. Именно эта пленка и была обнародована на днях. Все чувствовали скрытую угрозу, которая исходила от этого человека. Телеканал ABC показал лишь часть уникальной записи. Вся пленка до сих пор засекречена, и можно только догадываться, какая информация на ней содержится. Но и того, что рассекретили с лихвой, хватает, чтобы понять. Джон Фицджеральд Кеннеди был не жилец. Его должны были убить. Так кто же, по мнению Жаклин Кеннеди, стоял за убийством ее мужа? Эта уникальная аудиозапись дает сенсационный ответ на этот вопрос. Смотрите далее. Кем был убийца Джона Кеннеди? Он посетил Советский Союз, попросил там остаться и стать гражданином. Секретное интервью вдовы президента, в котором она открывает всю правду. Я поняла, что слышу нечто, чего не должна слышать. И я ушла. Джон Кеннеди был слишком самостоятельным президентом. Единственный за всю историю Америки президент, отказавшийся вступить в масонскую ложу. Кеннеди был католиком и принимал все политические решения, не советуясь с лидерами тайного общества. Зато и поплатился. Это было коварное предательство, заговор в ближайшем окружении президента. И за всем этим стояла женщина. Это Линдон Джонсон. До убийства Кеннеди он был его первым замом, а после стал 36-м президентом США. А теперь обратите внимание на эти кадры. Уникальная пленка. Похороны супруги Линдона Джонсона Клауди Бёрд Тейлор. Согласитесь, странное зрелище. Люди, стоящие у гроба, вскидывают вверх руки в каком-то странном приветствии. Тайный знак общества иллюминатов. Его еще называют «рога дьявола». Мизинец и указательный палец подняты вверх, а средний, безымянный и большой сложены вместе. Жест по форме напоминает голову рогатого животного – козла. Некий такой вот мистический знак присутствия. Тайное общество иллюминатов было основано 1 мая 1776 года Адамом Вейсгауптом на деньги банкиров Ротшильдов. А всего через два года на карте мира появилось новое государство – Соединенные Штаты Америки. Иллюминатская символика оказалась на долларах, а сами иллюминаты стали самым закрытым и самым влиятельным тайным клубом Америки, а впоследствии и всего мира. Туда вошли богатейшие семьи – Ротшильды, Рокфеллеры, Морганы, Дюпоны, Оппенгеймеры и Анасисы. Мультимиллиардеру Кеннеди, сыну нефтепромышленника и самому богатому президенту в истории США, конечно, предлагали почетное членство в тайном ордене, но Кеннеди отказался. Он говорил, что Господь создал Кеннеди, чтобы они управляли людьми. Именно иллюминаты в 1913 году придумали и запустили проект, который поставил весь мир на колени. Федеральную резервную систему США. Группу частных банков, не принадлежащих государству и печатающих доллар. До середины 20 века каждая напечатанная ФРС купюра была обеспечена золотым запасом. Но в 1963 году Ротшильды предложили избавиться от золотой, как они выразились, зависимости, и просто печатать доллары в любом количестве, столько, сколько нужно. Джон Кеннеди был первым человеком, кто сказал, что это плохая идея, и рано или поздно она приведет к полномасштабному экономическому краху. Собственно, именно это сейчас во всем мире и происходит.
Президент Кеннеди наложил вето на новый законопроект о ФРС. Через месяц его убили. Первый вице-премьер Линдон Джонсон был на хорошем счету у иллюминатов, ведь его супруга Клауди Бёрд Тейлор была активисткой тайного общества. Возможно, именно потому она и стала женой будущего президента. Возглавив страну, Джонсон немедленно подписал новый закон о Федеральной резервной системе. Отныне и навсегда у самых богатых людей мира денег будет столько, сколько им нужно. Самая могущественная структура, на которую покусился Кеннеди, это, конечно, Федеральная резервная система. Вот это было страшное покушение на эту мафию, которая печатает столько денег, сколько она хочет, вот, создавая этот самый мыльный пузырь. На похоронах Джона Кеннеди Клауди Бёрд Тейлор обливалась слезами и ни на шаг не отходила от вдовы президента. На тот момент Жаклин Кеннеди и не подозревала, что рядом с ней стоит заказчица убийства ее мужа. Все видели его огромное эго, его властолюбие, его силу. И люди же все понимали сами, когда заходили в его комнату и заставали его пьяным. Джек говорил, что никогда ничего нельзя добиться от Линдона. За несколько дней до убийства Жаклин случайно стала свидетельницей разговора между Линдоном Джонсоном и его женой Клауди Бёрд. Линдон зачем-то рассказывал жене подробности предвыборной кампании Кеннеди. В частности, он описывал президентский кортеж и даже рисовал на бумаге, в какой машине будет сидеть президент, а в какую сядет он сам. В тот момент, когда вошла Жаклин, супруги Джонсон замолчали. Они вздрогнули, но я сначала не придала этому значения. Только потом мне показалось это странным. Поняла или нет Жаклин Кеннеди, что произошло на самом деле, до сих пор неизвестно. Так или иначе, она очень быстро утопила свои страхи и свое горе в объятиях пожилого миллиардера. Дочь Жаклин Кеннеди, Каролин, единственная из оставшихся в живых детей Читы Кеннеди, опубликовала эти записи вопреки желанию матери не в 2044, а в 2013 году, на 40 лет раньше срока. Почему она это сделала? Интересно, что в 2009 году дочь президента Кеннеди решила идти в политику. Пользуясь поддержкой президента Обамы, она претендовала на место в Сенате от штата Нью-Йорк, освободившаяся после того, как Хиллари Клинтон ушла на пост госсекретаря. Однако в том же 2009 от тяжелой болезни умер ее родной дядя, сенатор Эдвард Кеннеди. Перед смертью он пригласил Каролин для разговора. Неизвестно, какие семейные тайны передал своей племяннице Эдвард Кеннеди, но именно после этого Каролин сняла свою кандидатуру с выборов в Сенат, передала журналистам аудиозаписи матери вопреки последней воле покойной, а главное, разорвала все контакты с семьей отчима, миллиардера Аристотеля Анасиса. В последнем интервью, данным журналистам, Каролин заявила: «Единственное, что мне внушает еще большее отвращение, чем политика, это деньги».